Компания «Гвоздек» представляет новинку. Скрытый крепеж для террасной доски «Валет». Крепеж «Валет» позволяет осуществлять монтаж отделочных материалов на деревянное или металлическое основание. Крепеж выполнен из оцинкованной стали и представляет собой два идентичных стальных изделия оригинальной формы. Металлическая пластина толщиной 1,5 мм с ребрами жесткости снабжена отверстиями под саморезы, монтажными шипами и позиционными метками. Позиционные метки задают оптимальное монтажное положение крепежа относительно края доски. Шипы крепежа выполнены таким образом, что при забивании в древесину они расклиниваются и обеспечивают первичную фиксацию крепежа. Валет рассчитан на работу с потайными саморезами 4 или 4,5 мм. Длина самореза подбирается, исходя из толщины доски и основания. Данный крепеж рекомендуется использовать с доской толщиной от 22 до 35 мм и шириной от 90 до 140 мм. Монтаж происходит следующим образом. Начнем со стартовой доски. На тыльную сторону обшивочной доски наносим разметку, повторяющую бруски об решетке. Рекомендуемая ширина брусков об решетке не менее 45 мм. Используя пластину «Валет», мы ориентируемся на метку крепежа. Далее шипы забиваются в тыльную сторону доски. Повторяем действие на другой стороне доски. Теперь мы можем зафиксировать крепеж потайными саморезами для доски. Далее доска переворачивается лицевой стороной вверх. Фиксируем смонтированный крепеж потайными саморезами для основания. Для обеспечения горизонтальности доски подкладываем под внешний край 2-мм B-спейсер. И теперь мы можем полноценно зафиксировать стартовую доску. Для этого мы будем использовать 5-мм террасные саморезы из нержавеющей стали. Повторяем действие на другой стороне доски. Теперь приступаем к монтажу последующих досок. Пластины валета в точке крепления располагаются оппозитно, шипами друг к другу. Устанавливаем крепеж валет вдоль линии разметки. Для удобства позиционирования крепежа валет на доске ориентируемся на монтажные метки. Ударами молотка шипы крепежа забиваются в тыльную сторону доски до их расклинивания. Теперь мы можем зафиксировать крепеж с помощью потайных саморезов для доски. Переворачиваем нашу доску лицевой стороной вверх. И заводим выступающим крепежом под стартовую. Монтажный зазор от 4 до 6 мм между досками формируется сборкой А-спейсеров. Второй край доски через отверстие крепежа фиксируем потайными саморезами для основания. Теперь мы можем завершить нашу сборку террасы финишной доской. Монтируем ее по тому же принципу, что и стартовую. Для террасы вам необходим универсальный и экономичный крепеж, валет будет являться для вас отличным решением.